своем послании народу Казахстана глава государства обозначил главные приоритеты, задал новый виток развития нашей страны. Масштабный пакет реформ внимательно изучается обществом. Предложенные Касым-Жомартом Токаевым политические реформы сделают работу народных избранников более интересной, уверен депутат областного маслихата Серик Джертыбаев. Упрощен порядок регистрации партии, и эта трансформация приведет к развитию многопартийной системы, считает он. Данный процесс он приведет к тому, что появятся новые партии, они усилятся, и вот в данной конкурентной борьбе уже будут более качественно, более четко учитываться интересы всех слоев населения. Вот. И мы, как представители, депутаты от партии «Аманат», мы полностью поддерживаем эту инициативу президента, потому что работа станет более интересной. Теперь будет вот действительно реальная конкурентная работа. Проводится большая работа по учету интересов всех слоев нашего общества. И эти изменения нельзя не заметить, считает депутат. В нашей области, Аким области, еще в январе начал сбор предложений от населения по внесению изменений, по изменению полностью всех сфер нашей жизни. И сейчас этот процесс продолжается уже на более высоком уровне. Учитывается мнение каждого жителя нашей страны. По мнению Серика Джертыбаева, изменения в выборной системе, то есть внедрение пропорционально-мажоритарной модели, позволят депутатам наладить еще более тесную и, что немаловажно, двустороннюю связь со своими избирателями. Мурат Абилмажит, Юрий Белевский, ЕРТАС Акпарат.